Всем привет! Сегодня утро, 1 января. К нам приехала семья Дениса. Мы пошли погулять во двор сегодня. Сейчас я найду их, они вышли немного раньше меня. Вижу детей, вон они. Кормят рыбок. Привет! Привет! Ой, привет! Мы сегодня покормили рыбам. Рыбам рис дали. Они уже вон, целый кусок. О, они его кушают потихоньку. Мое. Стало лучше. Ребята, кто знает, куда мы идем? Я! Куда мы идем? На ледяные горки! Ничего не понятно. На ледяные горки! В снежную комнату! 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 На ледяные горки! Так, ну ладно, мы идем в снежную комнату на ледяные горки. Отлично! Сегодня мы идем в снежную комнату. С нами сегодня Денис. Мерзнуть пойдем, а то жарко как-то на улице. Ребята, с Новым годом! С Новым годом! Как тебе, Олег, 1 января? В Гуанчжоу. Нормально, футболка тут. Прямо чудо, а не 1 января. У нас не получилось в снежную комнату сходить. А почему, Олега? Потому что сегодня выходной день, Новый год. Новый год. И Гуанчжоу опустел, и мы еще спрашивали, а где люди, а где люди? А вот они, люди. Вот да. Они все где. Все где замаскировались. Хотели взять еще мобайки, это такие приспособления типа велосипеда. То есть взял в одном месте, бросил в другом месте, и голова не болит. Да. Но там слишком сложная регистрация оказалась. Надо вбивать паспортные данные, группу крови, которые на рукаве. Анализы сдать. Анализы сдать. То есть это очень далеко. Причем, чтобы анализы сдать, нужно обязательно ехать в Пекин. Вот так у них все это централизованно происходит. Блин, слушай, ну шутки шутками, но народу просто охренеть, блин, вообще так много. Мне кажется, здесь весь Китай собрался. Ребят, смотрите, это, короче, район Панью. Именно вот так вот. Вот так вот, так вот, так вот, так вот. Очень большой, даже метро указано. Ну и как вы? Мы уже успели соскучиться. Классный парк. Классно? Да, нам понравилось. У меня, кстати, есть ролик, катались теща здесь на велосипедах. Ссылка есть в описании. Да. Не, ну сегодня кататься вообще нереально. Я хочу опять на то озеро. Пойдемте, там уже. Там выход, кстати. Пойдемте. В городе Ангарске у меня была хорошая машина, у меня была хорошая квартира с хорошим ремонтом. Я, короче, все это бросил и поехал где интереснее. И где теплее. Катаюсь на мотоцикле, а не на хорошем автомобиле. Да. Мне нравится, вообще клево. Родилась елочка, в лесу она росла.